а компания «Золотой сундук». Наша компания занимается приведением бизнеса в соответствии с международными шариатскими стандартами АЕФИ. В нашей компании работает Галиудинов Абдурахман Идрисович. Он у нас сертифицированный специалист АЕФИ. Также у нас в компании, кроме него, работает еще три специалиста, скажем, которые тоже имеют образование в области исламских финансов. Получается, мы как мы вообще проводим, как мы приводим бизнес в соответствии с шариатом? Бизнес, приведение бизнеса в соответствии с шариатом проходит в три этапа. Первое – это мы проверяем все их договора. Второе – получается, исправляем бизнес-процессы. Третье – это этап сопровождения. На сегодняшний день нами проверено на момент существования компании более 300 договоров. Мы можем сказать то, что мы привели в соответствие полностью эту лизинговую компанию. Называется она Ijara Leasing, которая вышла по поручению президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Миниханова. Также мы ежедневно, скажем, проверяем договора до сих пор. Кроме этого, мы, получается, выезжаем в города, проводим мастер-классы. Допустим, мы въездили в такие города, как Тюмень, Черкесск, Уфа. В таких городах мы были, проводили свои мастер-классы. То есть обучаем людей самым базовым вещам в исламских финансах. То есть это бывают обычно у нас уроки по купле-продаже, про найму сотрудников, по заключению инвестиционных договоров, по заключению партнерских договоров. Вот этим всем моментам мы учим. Когда мы начали работать еще в 2019 году, мы поняли, что люди мало понимают об исламских финансах. И у нас пришла такая мысль делать анимационные ролики. Эти анимационные ролики у нас на сегодняшний день расположены на канале YouTube. Наш канал называется «Золотой сундук». На нем уже более 60 роликов, альхамдулилля. После этого, получается, мы, когда натренировались с роликами, начали выпускать мультфильм. То есть у нас уже на сегодняшний день есть одна серия, она еще нигде не выложена. Иншалла, я думаю, ближе к Рамазану у нас появится целый сезон этого мультфильма. К февралю уже у нас, иншалла, будет 4 серии. То есть, но пока мы их не выкладываем, так как, скажем, ждем, чтобы появился у нас целый сезон. Вот так мы работаем, альхамдулилля, развиваемся. Приходите к нам, заказывайте у нас договора. Будем вместе работать. Ассаляму алейкум.